Современная медицинская диагностика теперь доступна и жителям Ленска. Впервые в Центральной районной больнице появился компьютерный томограф. Аппарат позволяет со 100% точностью ставить диагнозы и выявлять заболевания на самых ранних стадиях. Подробности далее. Для врачей Ленской центральной больницы сегодня настоящий праздник. Впервые в Ленске появилось оборудование такого уровня. За последние годы большое количество рентгенологического оборудования в больнице обновлено. Компьютерный томограф является логическим продолжением этой программы. Это жизненно важное приобретение, говорит главный врач Ленской больницы. В прошлом году, в 2016, Министерство здравоохранения приняло решение и выделило финансирование для приобретения такого аппарата, как рентгеновский компьютерный томограф для Ленского района, для Ленской ЦРБ. Нами были проведены процедуры закупки, проведен аукцион, и нам в Ленскую ЦРБ поступил рентгеновский компьютерный томограф фирмы Toshiba Aquilon-32. На приобретение этого аппарата было выделено 28 миллионов рублей. Главным условием выделения средств на приобретение компьютерного томографа был ремонт отведенного для него помещения, которое Ленская ЦРБ, изыскав средства из собственного бюджета, провести также должна была сама. Сегодня ремонт проведен, компьютерный томограф установлен. Единственное, что сейчас осталось, должен приехать такой специалист, как аппликаторщик, то есть специалист, который научит наших врачей работе конкретно именно на этом аппарате. Благодаря новому аппарату врачи теперь смогут обследовать буквально каждый миллиметр человеческого тела. Новый томограф проводит широкий объем исследований на предмет сосудистых, неврологических заболеваний, нарушений мозгового кровообращения. Большую роль он играет в диагностике повреждений, полученных в результате травм. С помощью томографии можно определить доброкачественные и злокачественные новообразования на ранней стадии, благодаря чему выбрать правильную тактику лечения. Да, это 32-срезный Toshiba, он, то есть, любой орган от 0,5 до 10 мм может просматривать пошагово. Также может мультиспирально, то есть не останавливать. То есть если можно весь мозг пройти за 30 секунд. То есть и пациенту очень удобно, быстро. Раньше для того, чтобы пройти обследование на компьютерном томографе, пациентам приходилось ездить за пределы Ленского района, тратить немало средства. Но теперь обследование можно будет пройти в районной больнице. Притом для жителей Ленского района это будет совершенно бесплатно. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВКСХ, Ленск.